Всем привет! Сегодня вам покажу свой второй заказ из компании Oriflame. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Здесь есть и клиентские заказы, и товары, которые я заказывала для себя. Давайте начнем с клиентских. Первое, что заказали у меня, это три станка с алоэ вера и витамином Е. Здесь всего три штучки, вскрывать не буду. Следующее, это парфюмированная водичка Nature Sublime Tuberosa. Мне этот аромат не очень понравился, в нем есть по сравнению с сладостью какая-то горчинка, которая отталкивает меня, в отличие от другого собрата аромата Sublime Nature Tonka Bean. Tonka Bean, конечно, мне безумно понравился и завоевал мое доверие. Следующее, что было в этом же заказе у клиента, это крем Floral Embrace. Ну, я таким кремом уже пользуюсь, это крем для рук, он достаточно питательный, пахнет приятно, но слишком насыщенный такой, знаете, аромат. Конечно, хотелось более какого-то легкого цветочного, но, в принципе, ну, придраться не к чему, хороший крем, хороший. Так, и все, то есть это был заказ одного клиента. Теперь давайте продолжим аромат. Про аромат расскажу еще, про товары другого клиента. Это крем-гель для мужчин Norfomen Recharge. Я вам уже говорила про этот крем, очень нравится молодому человеку. Вот две штучки он себе про запас заказал. Следующий товар — это гель для душа мужской из серии Discover New Zealand Johnny Shower Gel. Ну, здесь, скорее всего, и лайм, и кипарис, судя по рисункам. Надеюсь, что тоже понравится. И остались товары для меня. Конечно же, я заказала новинку тушь The One White Open. У меня сейчас заканчивается тушь 5 в 1. И вот на смену ей я взяла по хорошей цене новую новинку из этой же серии The One. Очень мне нравится, достаточно надолго хватает данной туши, и свойства она не теряет, то есть она не сохнет так быстро, как остальные туши, то есть тут все достаточно качественно сделано, очень мне нравится она. Следующее, это, конечно, давайте подойдем к нашим ногтям, это новинки лаков. Один из них, кстати, здесь почему-то... А, нет, указано. Ice Candy, вот этот вот голубоватый оттенок. А это зеленый чай. Кажется, что они одинаковые, да, по цвету, но вот на зеленом фоне вы можете видеть разницу. То есть с левой стороны он такой салатовый, а с правой такой пастельно-голубой. Это, конечно, хиты сезона. Пастель сейчас входит в моду опять. И я планирую делать маникюр. Ну, такой, знаете, как светофор, то есть несколько оттенков на ногтях. А следующее, что не менее важное, я для себя открыла в компании Мэрики. Я не знала, что существует топ-покрытие матовое. То есть у меня есть глянец 2 в 1, а это именно покрытие матовое. И это очень важно, потому что я искала давно и нигде не могла найти вот в плане качественного покрытия, потому что есть такая фирма известная, как Sally Hansen, но очень много подделок на нашем российском рынке этой фирмы, этого бренда, и лак некачественный продается, в том числе покрытие. И вот в Oriflame я взяла вот такое вот матирующее покрытие для ногтей, закрепляющее, надеюсь, что мне понравится. Ну, сейчас, если вы видите, то он такой, знаете, как бы мутный такой, густой оттенок, переливающийся. Ну, посмотрим. Надеюсь, что понравится. Следующее, что я уже беру второй раз, это диски, которые снимает лак с ногтей из серии The One. Сейчас они идут в этом каталоге с хорошей скидкой и стоят что-то в районе 319 рублей. Здесь их всего, давайте посмотрим, то ли 20 штучек, не указано, сколько штук. В общем, очень хорошие диски, ухаживают за ногтями и достаточно качественно снимают маникюр
именно с ногтей. С ногтей, ну, понятно, да, с, и руки, и ноги, в принципе, неплохо. Неплохо сделано, питают и имеют приятный аромат. Следующее и последнее, что было заказано для меня, это туалетная водичка. Или парфюмированная, кстати, сейчас с вами посмотрим. Нет, все-таки это туалетная Eau de Parfum. Новинка этой весны. Это Live in Color. Очень достаточно красиво выполнена упаковка сама. Все просто открывается, как вы можете видеть, даже одной рукой. Вот, давайте посмотрим, как это все выглядит. Аромат мне, конечно, понравился, и не только по ароматизированной страничке, но и по пробнику. И я решила его заказать. И давайте посмотрим, как здесь все выглядит. Посмотрите, какие качественные упаковочки и по цветовой гамме, и по инструкциям. То есть это немаловажно, что компания заботится о клиентах и рассказывает, как использовать данный товар. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Посмотрите, то есть настолько все красиво, и все легко открывается и достается. Так, инструкции у нас здесь, скорее всего, с вами нет. Вот такая вот коробочка, ну и она, в принципе, не нужна. Вот, давайте посмотрим. Значит, вот смотрите, вот моя ладошка. И вот такой вот маленький кубик. Конечно, сложно сказать, что здесь 50 мл, но, конечно, по своему размеру он соответствует этому объему. Сам куб выполнен из стекла, и вы можете видеть, что здесь выгравированы такие вот как 3D, да, из стекла, именно красивые узоры в виде цветочков. Сама же помпа выполнена тоже из такого качественного прорезиненного, в общем-то, материала. Ну, давайте, наверное, протестируем. Я постараюсь это сделать одной рукой. Сейчас я посмотрю, как здесь нужно использовать. Ну, понятно, то есть, если у нас, в принципе, уже пульверизатор, готов к использованию. То есть мы можем с вами уже его протестировать. Не знаю, было ли заметно сейчас, но давайте попробуем еще раз. Так, нет. Слышу только, что воздух гоняется. Ну, в общем, оно надо, наверное, двумя руками, одной как-то не получается. Не хочу сломать. Давайте попробуем, может быть, так надо. А, вот, смотрите. Давайте протестируем. Вот только что был сделан пшик. Вот. Пошло распыление, и уже чувствую приятный такой аромат. Аромат, конечно, многогранен, очень мне понравился. И я думаю, очень многие заказали этот аромат, потому что он раскрывается, конечно, очень волшебно. Тут, по-моему, есть корень ревеня. Вот чем-то таким приятным он очень пахнет. Мне понравился, и, возможно, даже я приобрету потом вторую бутылочку, и он станет моим фаворитом. Все возможно. Такая вот замечательная новая коллекция в компании Oriflame. Так, ну и давайте посмотрим, что еще было в этом заказе. Я заказала пробнички туалетной водички. Так, спрей Love Potion So Tempting. Это тот, который фиолетовый. Что хочу сказать. Я, честно говоря, этот аромат не поняла вообще. Я его нанесла уже на руку протестировать. Вообще не поняла этот аромат. Хорошо, что я не приобрела сам спрей. Хотя у меня была идея такая, но нет. Думала про масло массажное, потому что, в принципе, масло нужно. Но пока также не знаю, потому что, честно говоря, не совсем понятно, для чего, да, и
использовались там какие-то вот эти нотки мандарина, то есть они вообще не чувствуются никак на коже, не раскрываются. Не совсем понимаю, как он раскрывается, но буду тестировать. И последний пробничек — это мистер Джордани, новая туалетная водичка. Туалетная водичка для мужчин. Также дам попробовать, может быть, человека заинтересует. Ну что ж, это был мой небольшой заказ, дозаказ, вторая часть по каталогу Oriflame, который действует еще в ближайшую неделю и будет действовать. И, соответственно, давайте посмотрим, что меня заинтересовало из следующего каталога. Оставайтесь со мной, всем пока-пока! Итак, давайте посмотрим, что же нам предлагает следующий каталог компании Oriflame. Действовать он будет со 2 апреля по 21 апреля. И что же меня в нем заинтересовало, какие товары. Ну, первое, что хочется обратить, это то, что компания Oriflame обратила свое внимание не только на здоровый образ жизни, не только на спорт, но и на велосипедный спорт. И давайте посмотрим, какое же здесь есть предложение относительно получение приза. Это велосипед. И давайте посмотрим, что надо сделать. Акция называется «Будь активной и красивой». Что надо сделать? Первое. Заказ на 990 рублей из текущего каталога, то есть из этого, и не забудь про новые аксессуары. Второе. Создай свой весенний образ, воспользовавшись советами от наших экспертов в этом каталоге. Третье. Выложи в Инстаграме фото с хэштегом Oriflame Spring Look и в комментарии поделись, какую косметику и аксессуары от Oriflame ты использовала. Авторы 10 лучших работ получат главный приз – велосипед. Ну, судя по всему, сделан он не из алюминия, а из железа. Ну, в принципе, очень приятный такой подарок получить, мне кажется. Может быть, даже я поучаствую. Посмотрим. Итак, давайте посмотрим, что я отметила для себя. Но пока что для себя, может быть, что-то закажут мои коллеги, друзья и близкие. И первое, что я вижу, это новинки. VIP Club Ibiza пробничек, туалетная вода Women's Collection Mysterial Oud и туалетная вода Men's Collection Intense Oud. Сейчас очень многие парфюмерные дома известные стали использовать вот этот компонент удового дерева. Очень интересно он раскрывается. И он, именно этот компонент, многогранный, то есть он как хамелеон в сочетании с разными другими нотками. И давайте посмотрим, что следующее. Следующее, что мне приглянулось, это восстанавливающий бальзам для губ с SPF 12 Giordani Gold. 379 рублей будет стоить. Вот такой вот бежевый оттенок я планирую заказать. Очень хорошие эти бальзамчики, они идут как 3 в 1, и бальзам, и блеск, и, соответственно, как ухаживающий именно бальзам в плане, то есть он идет с защитным SPF-фактором, и это очень важно. Следующее, что я планирую заказать, это очищающий гель с дозирующим эффектом Феминель. Следующее, это гели для душа по хорошей цене. Они будут, обратите внимание, 400 мл за 99 рублей. Я думаю, что по этой акции эти гели очень быстро разойдутся, так как вообще, в принципе, из серии Discover мне очень нравятся и пляжи Майами, и японские церемонии. Конечно, бомбический аромат мне очень нравится, и он очень такой релаксирующий, нравится безумно. Следующее, это дезодорант-антиперспирант для ног 36 часов. Fit Up коллекция тоже будет со скидкой. Я думаю, что можно уже приобретать, так как уже становится тепло и наши ножки нуждаются в уходе. Так, и следующее, что здесь появляется, это новинки из коллекции Love Nature. Кокосовая вода и дыня. Я планирую заказать и мыло, и гель для душа, и лосьон для тела из этой коллекции. Очень приятный аромат, надеюсь, что мне понравится. В принципе, конечно, я уже не говорю о том, что я буду заказывать, естественно, последнюю упаковочку внутри комплекса для волос и ногтей. Это само собой. Здесь она будет идти без спеццены, то есть как вот есть цена, полная стоимость, так она и будет, 1690 рублей, ну там минус скидка представителя. Вот, то есть я как раз планирую завершить полный курс
Эффект мне, конечно, нравится, и я его вижу. И на ногтях в первую очередь, и на волосах. Так что каталог такой многогранный, можно для себя что-то тоже новое открыть, посмотреть. Кстати, тоже будет здесь тушь новая, но уже по другой акции. То есть сейчас в этом каталоге, который действует, вы можете ее приобрести за 249 рублей. А в следующем каталоге она будет по такой цене, только при покупке двух штук. Ну, в принципе, тоже неплохо, может быть, кто-то с вами тоже закажет. Вот такие вот товары планирую. Опять же, да, по знакам пока вопросы заказать в следующем каталоге. Кстати говоря, хотела обратить внимание, что протестировала я пробничек вот этой вот водички Love Potion Secrets. И все-таки поняла, что вот эта серия Love Potion вообще не моя. То есть это какие-то такие легкие-легкие ароматы. Ну, не мое. Вот просто не мое. И что-то отталкивающее вот в этих компонентах есть. Может быть, просто уже перенасытилась, скажем так, в свое время вот этими нотками и шоколада, и какой-то клубники, ванили, что, честно говоря, как-то не очень они меня воодушевили, поэтому покупать я их не буду. Хотя очень хотелось приобрести когда-то Love Potion Secrets, но это не мой аромат. Вот, ну, вот такие вот, соответственно, предложения. Вы можете полностью ознакомиться. Каталог уже есть на сайте, на официальном. Смотрите, тестируйте. Может быть, что-то и откроете для себя. Ну что ж, всем отличных выходных. Всем пока-пока.